Игей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Дардрага, Васаби, Пингвинус, Куёка, Сайбер, Секрет и Вампир. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Я люблю пельмени. Всем привет. Какой ты красивый, Дима. Всем привет. Сегодня мы записываем на новейшей карте Слендер, но будем выживать от фиолетового челика. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Васаби, покажи, на что ты способен. И кого он убивает, тоже берет фиолетового челика. Погнали. Там некоторых 4 хп осталось. О, отлично. Вот, вампир первый ушел. Сразу видно, новенькие сливаются моментально. И Васаби ушел. А, ну пингвинус не считается, только фиолетовый человек когда убивает. Ну, этого человека убили. Так, пацаны, убегаем, убегаем. О, надо вот туда идти, там где стулья и столы. Они там будут запутываться и реально можно на них будет троллить. Короче, пока он бьет ножом, в это время можем бить монтировкой. По жопе его. Так-так-так, пошли-пошли сюда. Все, делаем засаду. Пацаны, давайте, берите все монтировки, заманим сюда фиолетовых челиков и просто начинаем их лупить монтировка со всей силы. Васаби, ты по мне не попадешь. Нет, не попадет. Потому что играют профессионалы. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Любой может зайти и записать. Вот смотрите, даже вот вампир, это он сегодня зашел и уже попал в ролик. Поэтому шанс всегда есть. Ой, я на стул могу сесть. Смотрите, я король. Я скажу одно, у некоторых людей осталось по 4 хп. Это хорошо. Да. Так, давайте сюда сходим. Кому? Я знаю. Я тоже знаю. А чё, где все? Я не вижу никого. О, бегут, бегут, миники, бегут. Бегут? Ты их сюда видишь? Нет, а, вижу, вижу. Ага, говно, убегай, убегай, убегай. Я его боюсь очень сильно. Так, я приготовил монтировку. Давай, иди сюда. Пацан, только махает ножом, сразу бейте по жопе его. Ах, какой хитрый. Бейте, бейте, бейте. У него же жизни, кстати, мало. Так, получается, мы охотимся на него или он на нас? Еще один. Молодец, красиво Васаби обыграл. Да что вы, лохи, умираете? Это жесть. Дим, мне кажется, ваша засада прошла против вас. Так я специально разрешил монтировкой бить, а сам не бью. Я хитрый жук. Я хочу просто остаться последним и наказывать всех оружием. Меня, я остался. Если такая точнее, должны мне два раза хотя бы. Так, у нас еще Куёка живой, я живу. А кто еще живой остался? Я, Дима. Настроя. 3 на 3. А, 3 на 5. 5 убийц. Пацаны, становитесь спрингтрапами. Да не, это будет очень жестко. Дима, они там уже двое, кто-то стал из них. Так, так, так. Секрет, даже я пока не здесь буду. Попадешь. Я успел убежать. Хотя бы один маньяк остался, это хорошо. Вампир, как у тебя с 8 хп бегает? Так вампира убили. Его сразу убили первого. Вы меня никогда вижу, не вижу, вижу. А, нет, то наш. Вампира, ладно, можно понять, но он новенький. Ого, сколько жизни? Минус 2 миллиона? Ни финта себе. Так он должен был сразу умереть. А, это же спрингтрап. Да, минус 2 миллиона. А вы можете не ждать перевоплощения. Еще раз R нажимаешь, ты сразу становишься. А, смотрим, да? Смотрим, валяется, да-да-да. Не встает. Дима, это же смертельно, ты уже умираешь на себя. О, есть. Есть, оживает, оживает. Смотрите, какой монстр. А легко за этим спринтрапом убивать? Он бегает быстро. А, да. Он быстрее бегает, но так же самое надо подойти в притирку, да? Не знаю точно, но должен быть. Ну, давайте посмотрим, как он будет убивать. Побежал, побежал, прикольно, мне нравится. А им тяжелее убивать, чем фиолетовым челиком. Зря вы перевоплотились. Ну вот. Ай, нет, 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 нет. Ах ты что? Блин, я что-то поверил, что тяжело будет. А, ну легко. Хорошо. Я вас всех запомнил. Дима, ты где? Ах ты. Бегу, бегу, бегу. Дим, ты так меня просто не убьешь. Ой, ты меня плохо знаешь. Перевоплощаемся. Зебра, может договоримся, зебра? Зебра. Отлично, все, я спринтрап. Зебра, давай договоримся, пожалуйста. Вставай, вставай, вставай. Я умираю. Отлично. Ой, ой. Ну что, ты готов умереть? Нет, конечно. Мне кажется, ой, ты меня... Да я думал, я убил... Эй, френдли фраер, флаер. Извиняюсь. Ничего, ничего, бывает такое. Сейчас мы объединимся в одну мощную силу. Да нет, конечно. Я иду навстречу ему, смотри. Ах ты подлец такой, смотрите, как он убил. Ой,
чё, я из последний выживший? Да. Да. А я знаю, где ты. Нет, вампир. Нет, вот еще вам этот бегает еще один Рик. Я его убил со мной. Все. Ай, давай, 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 давай. Есть. Все, лохи вы. Пингвинус. Ну что, теперь ты можешь оружие использовать. Да? Да. Димас, иди сюда. Иду, иду, иду. Нельзя торопить. Это сюрприз. Смотри, вот заходи вон туда, вот, вот. Эй, как тебя убить? Что делать? Я же сказал, я убил на расстоянии. Вот не надо было Драгон говорить, что превращаться в спринтрапов. Это тупо, это нереально тяжело. Мы сейчас бы дальше играли, а так уже конец раунда. Зато сейчас маньяками все будете. Ребята, следующий раунд. Я один против семерых фиолетовых челиков. Три, два, один. Погнали. Да наделаем стенку, чтобы не перепрыгнул, ничего. Не-не-не, я буду здесь бегать по красоте. Посмотрим, убьют они меня или не убьют. Ой. Я буду тут выживать. Нет-нет-нет, я буду здесь запутывать их максимально. Не-не-не-не, я живым не дамся. Живым не дамся, но мертвым еще как. Отлично, убегаем. Нет, ты меня так не достанешь. Еще один пришел, и еще один. Так, пацаны, осторожно. Главное, что не очковать. Опа. Опа-па. Эх! Ёлки, как это я его попал? Он должен был попасть. Ё-моё, это стрёмно как. Отвалите от меня все. Да отвали. Это стрёмно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо, хорош, хорош. Отлично, отлично. Я спетлял, я спетлял. Ух. Ничего, я держусь. Я держусь. Да, делаем стенку. Ого, во сколько? Да как я выживу? Нет, 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 нет. Трое походу ставите, чтобы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отлично, отлично, ребята. Ну что, главное не нервничать, но ноги поджал. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Я хотел тебя поймать на ошибке. Нет, ошибка не будет. Ошибка у тебя может быть на винде, когда ты вирус поймаешь. А я не ошибаюсь. А тут смотрите. Блин, они загородили путь. Как пройти? Вот как? Ого, их там сколько, смотрите. Мама, мамочка. Мама, 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 мама. Мама, блин, это стрёмно. Отлично, отлично, я тащу, я тащу. О, это было рядом. Ну что, пробиваемся. Есть. Ай, блин. Красота, мне нравится. Выживаю. Я обманул систему. Учитесь как надо. Блин, мне такие выживания нравятся, когда куча челиков хотят меня убить, но у них ничего не получается. Здесь будет вам потяжелее, мне кажется. Здесь будет потяжелее. Ой-ой-ой-ой-ой, как же ты меня убил? Представляете, просто чуть-чуть не довернул ножичком, вот так бы я уже умер. Но я буду жить. Я буду жить до посинения. До фиолетования я. Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Я живу! Фух! Ловим сумасшедшего. Воу-воу, легче. Да отвалите. Вот он. Да стойте, не ломайте. Есть, есть, я прошел. Я прошел. Да отлично, ребята, ну что, побежали еще разок. Прикольно, прикольно. Живем его с двух сторон. Не получится, давай. Ребята, не получится. Да, классная не получится. Карта для убегания. Такие два, давай, два левела с коридора, очень давай. Круто сделано. Жмем его. Давай. Ребята, ну не получится. Не получится. Не получится, не получится. Я опять убежал. Это очень круто. А! Отвали! Я скин полицейского, он сливается с фиолетовыми челами. Сливается, да? Ну я автомат и фонарик свечу. Вампир, иди сюда. Встаньте, ухо! Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, нет, я живым не дамся. Я должен выжить. О, опять никого здесь нету, я побежал. Я выжил. Фух, блин, это очень стрёмно. Так, обманываем систему еще раз. Полчаса спустя. Я видно понял. Нет. Фух, фух. Отлично, пробежал, пробежал. Пробежали, пробежали. Отлично. Блин, честно, ладошки вспотели, ноги вспотели, но я тащу. Не сдамся никогда. Пока меня не завалят.
стой, здесь. Так, ну что, давайте тактику показывайте, что вы можете. Опа! Не работает так. Вампир, иди сюда. Да не работает, приятно. Отлично. Пробегаем сюда. А! Ёлки-моталки, блин, ура! Я так дернулся. Ну что, кто хочет еще повыживать? Дарк Драгон, давай ты. Давай, Дарк Драгон, я знаю, что ты наигранный. Скажешь, когда будешь готовый. Так, сейчас. Три, два, один. Дарк Драгон против нас всех. Хочу попробовать все-таки в роли себя маньяка и посмотреть, неужели так тяжело убивать? Да, это тяжело. Давайте, Дарк Драгон, если ты сейчас дольше меня продержишься, то значит ты лучше меня. Ну давай, 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 иди! Ладно. Молодцы. Так, давайте тем сделаем стенку, как вы мне делали. Так и ему надо сделать. Все, стоим. Нет, еще не здесь стоим. Все, стою здесь. Все, вставайте, вставайте все вот так полоской. Так, давайте, гоните его сюда. Вот, отлично. Кто поймает ошибки? Дарк Драгон. Ладно, давайте, тот, кто убил его, тот тоже... Давай, Сивер, теперь ты выживай. Каш, когда будешь готовый. А, уже готовый. Три, два, один. Сайбер, ты должен умереть. Ебра. А у меня он Сайбер всегда. Давайте, давайте, давайте! Ах ты какой! Ничего, ничего. Ножик в печень, ты не вечен. Все сходится. Давайте, давайте, толпа маньяков. Должны его замочить. Я тебе это припомню, Дима. Ничего, ничего. Как говорится, на ошибке, да, должны поймать его? Да, на ошибке. Я стою в ходе, буду проход контролировать, чтобы он не прошел. Пацаны, кто убьет Сайбера, тот лучший. Лучший маньяк. Ну-ка... Ах ты говно, иди сюда. А Сайбер уже, вижу, наигрался, да? Он вон, наверное, этот, он ведь зебра, он бегает. Я вижу, он этот. Маска у него совы. Забор, ой, забор, своего. Давай, давай, давай! Ну давай, 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 давай! Ах ты, зараза такая, а? Он тут будет бегать. Сюда, здесь. А, ты думаешь, что мы его не убьем? Убьем! Раз вы меня убили, его тем более убьете. Ну! Секрет как. Ну что, секрет, давай, последнее выживание. Я? Да, ты же убил, значит, ты будешь выживать. Три, два, один. Секрет против семерых. Ну как я не попал? Я же попадал. Папа, по своим чекайте вы. А, толпа такая бежит. Ну, зря ты бегаешь в этой местности, мы тебя реально сейчас тут увалим, смотри. Ай, ты, блин, косожок. Ну, блин, я хочу убить его. Что оно ж... Что вы делаете? Все за ним, все за ним. Побежали, толпучка. Давай, 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 давай. Ну все, вот тут тебя и похороним. Тут отсюда ты живым уже точно не выйдешь. Все, застрял. Застрял? Да не, он застрял здесь, не выйдет. Давай, давай, давай! Все, убили? Да, двоих убил. Отлично, один удар, три трупа, красавчик. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики, еще. А кто еще бомбу поставил? Драгон, вы психи, ну что?